находимся на улице Ленина у ипподрома. Стоим на пересечении с улицей Халтурина. Вдоль улицы Ленина направляемся к улице Энгельса. Сегодня 28 августа 2024 год. В городе стоит теплая погода. Сегодня 28 градусов. Здесь мы сворачиваем на улицу Энгельса. Улица расположена в индустриальном районе города. Протяженность улицы 2075 метров. Улица эта достаточно узкая. Существует она с 1931 года. Два года назад, зимой, мы делали обзор этой улицы. За это время на этой улице под снос попало несколько жилых домов. Пересекаем Спартаковский переулок.
Здесь улица снищена по Профсоюзному переулку. Пересекаем Лагерный переулок.
пешеходная дорожка на улицу Михайлова. Здесь улица Энгельса также смещена по Уральскому переулку. Thank you.
пересечения с переулком Сурикова. Продолжение улицы Энгельса за этой средней образовательной школой номер 64. Объезжаем школу по улице Халтурина. В этом месте с улицы Халтурина сворачиваем на продолжение улицы Энгельса. Здесь улица Халтурина закончилась. Выезжаем на улицу 9 января. Развернувшись на улице 9 января, продолжаем движение по улице Энгельса
до улицы Ленина.